какой-то немного нереальный мир, в котором люди создают, ну, можно сказать, волшебство, потому что другие люди могут видеть то, что они сделали, и им это чаще всего нравится, то есть они радуют других, это явно это волшебство. Когда человек видит, он может не совсем понять, что происходит, а на телевидении ему могут объяснить, что произошло. Также они могут рассказать о том, что происходит далеко, и чего человек сам не сможет увидеть. На телевидении это когда о чем-то рассказывают или что-то поучительное показывают по телевизору или в интернете. Или, ну, то есть источник информации. Не знаю, они все время чем-то заняты, надо все успеть, чтобы все хорошо снялось. Телевидение – это вещь, где в основном программа крутит, рекламу. Это отличный способ заработка денег. Чтобы узнавать какую-то информацию. Ну, например, что война на Украине закончилась или началась. Или поучительный рассказ о животных. Это то, что где показывают новости, там всякое. Там можно всякого нового узнавать. Ну, журналисты бывают разные, типа, бывают им надоедливые, что они могут заполучить информацию любым способом. Журналист – это человек, который занимается очень многим, потому что журналист может быть и фотографом, и оператором. Также журналист – это корреспондент, который берет интервью. А он еще должен правила этикета знать, чтобы опросить людей, чтобы не обидеть их. Дочь, которая рассказывает о всяких новостях. Он сказал, что сзади и что впереди. На телевидении самым важным человеком является режиссер, потому что именно режиссеры ставят фильмы, они ставят сериалы, они ставят шоу и программы. Но некоторым бывает легко, например, как директору. Я думаю, что ему только бумаги подписывать и на конференции ездить. Телевидение – это когда показывают всякую рекламу. Сейчас говорят, что люди в будущем будут с большими головами и толстые, как нам рассказывали на обществознании. И чтобы этого не допустить, человек должен заниматься спортом. Но я думаю, что полработы должны делать машины уже, потому что будет развиваться телевидение за эти годы. Большую часть будут делать машины, и, может быть, сниматься даже будут машины, только будут за них говорить другие люди, только умственные у них будут развитие, сделать робота, запрограммировать его и все, и готово. За тебя он будет только делать. Все будет очень электронно и будут излучения. Ну, я не знаю, как это описать, но мне кажется, будут прямые эфиры и будет как что-нибудь объемное такое, прям люди как будто живые. Я хотел работать, был полицейским.